Здорово, подписчики! Здорово, зрители! С вами снова Валдай, Игорелли и Дэнди. Сегодня с нами нет Анубиса, и ближайшие парочку серий не будет. Да, всем привет, друзья! Всем привет! Это DayZ Standalone, какой еще? Кто еще, если не понял? Как вы уже могли догадаться, точнее, я бы сказал. По названию видео и потому что вы видите на экране ваших мониторов, ноутбуков, планшетов, телефонов, телевизоров, не знаю, видеоплееров. Так вы сразу скажите, где вы? Я серп нашел. Не знаю, серп и молот и звезда на фуражке на моей. Я нашел топор, который у меня был, и я с ним хожу. Я прошел железнодорогу. Железнодорогу прошел. И железнодорога в городе, если... Мы сейчас найдем железнодорогу. Я вышел на улицу, пока играли. Ты осторожнее будь, здесь, в принципе, опасно довольно-таки. Я знаю. Солнечный все-таки. Железная дорога, это где, около станции? Нет, это не около станции. А может, даже еще около, сейчас гляну, подожди. Ну, железную дорогу мы видим, да. Беги по ней прямо, мы тебя увидим. Вот я вижу станцию. Беги к станции, я у станции стою. Вот, я вижу тебя, вижу, да. Здорово! Наконец-то мы пересеклись. Да, Дэнди до нас добежал. Ае. Вне серии. Сигнал, Дэнди, покажи, покажи арбалет. Постой на месте, добрый. Да, по-моему. Патрон-то есть у тебя? Ну, стрелы. Были стрелы, надо идти. Чем мы там, болтами, стрелами? Стрелами. Ну что, лутаем или еще делаем тогда? Давайте лутанем солнечное, почему нет? Лутанем по чуть-чуть. I want to eat something. Найдем колонку. Я пошел в желто-зеленое здание тогда, ребят, сразу вот это вот. Хорошо. Залутаю. Я предпочитаю ходить с кем-то, так что если, Валда, ты хочешь один ходить, давай я с Дэнди буду ходить. Ну, кстати, просто... у меня цветов нет. У меня раненый я, походу. Просто понимаешь, объясню, почему я предпочитаю. Потому что лута очень мало, если вообще бывает. И, блин, ну, что-то мы заходить по будем здание. Чуть-чуть терять время, но зато мы будем живы, возможно, все. В моем доме, допустим, была только шляпа. Вы в каком доме? Я вот в соседнем доме. Там ты... Понял, вижу вас. Я пошел туда дальше через дорогу, через асфальтированную, в черный... А, черный дом холодный нету. Пошел напротив кирпичной. По другой стороне железной дороги. Так, Дэнди, ты здесь? Я захожу. Да-да-да-да-да. Я захожу просто, смотрю. Да ты стоишь на меня, смотришь, это я. Да-да-да-да. Ты просто вроде говорил, что ты в доме был. Значит, я не там, где вы. Фига, смотри, парень бегает. Просто ты узнаваем, у тебя маска и арбалет. Я думаю, что многих игроков так чувствуют. У тебя тоже, да? У тебя респиратор что-то такой, у тебя повязка какая-то. Таблетки для очистки воды. Так, тут явно кто-то был уже, походу, пес. Все двери открыты. Нет, там была закрыта. С другой стороны открыто, видишь? Угу, все, выходим тогда. Выходим на дорогу на асфальте. Все, выходим. К железной дороге подойди, ты нас увидишь. Угу. Так. Я просто предпочитаю все-таки с кем-то ходить. Живее будешь, наверное. А погнали все вместе втроем, пофиг, хорошо. У кого огнестрел-то вообще есть какой-нибудь? У меня 8 патронов. Мне, кстати, надо пожрать что-нибудь. Могу дать пожрать. У меня есть пожрать, мне надо просто как-то затихариться и пожрать. В этих домах нет лута. А, нет, в этих есть. Ну, есть. Может быть, есть. Вот что-то есть. Давай, да, в этих есть, я перепутал. Блин, Ренга Пенс. Вот водичка. Дэнди, подойди ко мне, я тебя полечу. Давай. Где-то. Я на улице стою, где вы нашли. Так, реально пожать просто на самом деле и попить. И тратить тебя вылечит. О, дождь пошел. Да там долго будет, я просто все. Это. Мне есть ингредиент. Давай. Я думаю, не страшно потратить один физраствор, у нас их два. А, да конечно, лечилище. Угу. Я надеюсь, не себе вообще. Не двигайся. Это было нельзя делать. Скажешь, лучше станет или нет? Или я себе залю? Мне написано into you в тебе. Что, ты говорил иначе? Да, into user, да. Да. О, да, все цвета появились. Все, спасибо большое. Так, ребят, давайте пока вы там занимаетесь второй этой алхимией, я быстренько пожру в вашем доме, потому что я жрать хочу. Я попью. Я тебе большой, кстати, физраствов залил, у нас остался маленький. Все, спасибо большое. Зомби, прикройте, я хаваю. Игорели. Я пытаюсь. Меня бьют просто сейчас, будут бить. Отходи оттуда. Куда я ем? Не могу двигаться. Игорелли. Сейчас я по тебе попаду просто. Он... Да ё, упало. Понимаешь, если я тебя убью, будет совсем плохо. Все, ушел. Лучше уж тебя в зомби покоцать, ты перевяжешься, чем я тебя пристрелю просто. Ты сможешь с ним справиться или мне надо выйти? Да, смогу. Сейчас. Все, убил. С одного удара. А, пофиксили их. Их теперь убивают. Нормально. А, да, обновление же какое-то вышло снова. Теперь, кстати, вот теперь точно появились костры, калаши, что там еще? Какой-то крафт еще появился интересный. В общем, куча всего нового добавили, на самом деле, снова. Но по-прежнему нет транспорта, нет палаток. Валдай, можно сказать по задумку, которая не будет работать уже?
Из-за того, что один человек уехал. Ну, скажи. Ну, а, это про это ты имеешь в виду, что ли? Настроит да. ли, я не знаю. Ну, ладно. Забей, ладно, еще. Не там просто, ну, просто в двух словах человек должен был принести патроны и калаш. Посмотреть. Но не может. Жаль. Бывает такое иногда. В этом доме есть клуб? Да, у всех, кроме такой черный, видишь, обычный. Зомби на дороге стоит. Где, не вижу. Вон, с той стороны, вон. Он бежит сюда. Давай, я приму, давай. Давай, этого приму, товарищи. Черт, штанишки снял, не вовремя. Я штанишки поменяю на зеленые. Тут, да, кстати, пожалуйста. Вот еще с той стороны вон стоит один. Угу. Давай, сзади подкрадусь аккуратненько. Ща, тихо, смотри, просто убийство. Hitman Absolution. Черт, меня ударил, сволочь. Я кровоточу. Hitman не получился, перевязывайся. Прикрой меня, перевязывайся. Давай. Черт, я нажал случайно сплит вместо перевязаться, типа это сам разделить. Так, и теперь я вас потерял, мне страшно стало. Вот ты назад беги на дорогу, там дорогу. Только что дорогу перебежал. I'm bleeding out. Все, перевязал. Вот видишь, вот и стоит. Дождь пошел, нам надо все-таки как-то хорошо одеваться, начиться. Моя, да, одежда промокла. Так, чуваки, плюс вот здесь как раз нету, да, Ута? По-моему, да. В каком-то из черных домов, не знаю, я тоже видел три типа черных домов. Я тоже. Нашел, знаете что, нашел виллы, нужны кому? Кто-то там, помните, говорил, что виллы круче топора? Это было тогда, когда зомби были не пофиксены, сейчас нормально. Сейчас лучше топор все-таки. Да, мне топоры в любом случае больше нравятся просто, чем виллы. Виллы это, по-моему, у меня стоит. Виллы не в руках, все равно. Мне не нужны, потому что они у меня в руках. Если я найду топор, я все-таки возьму топор. Вот. Я нашел какую-то палку. А, это виллы как раз. Тут я по вашим стопам просто иду. И как тебе там, кайфово? Ну, здесь же ничего нет после вас. Так там еще и не было до нас, не могу сказать, кроме вилл. В ангар пойдем? Ничего. В ангар пойдем? Давайте, где, куда? Вон, на побережье. Назад выбегни, где ты вообще будет. Я с другой стороны дома. Ты понял, что я не будешь не рубить? Ну, конечно, потом. Понял, да. В доме, да, стоите? С другой стороны дома. Нет, мы ходим здесь с дороги. Зомби. А, все, вижу. Сзади тебя, Галя. Сзади, перепрыгивай. Я пытаюсь виллу взять. Готов. Вон в той стороне стоит ангар наш. Какой в той? Вон в той, значит. Пошли за Дэнди. Если вы сюда имеете, то это Factory. Мы... За Дэнди, за Дэнди пошли, Гарри, обратно. Бегите, ведите. Давай, Дэнди, веди. А, я понял, вот это ангар, да-да, посмотрим. Кстати, да, нормальная тема. Зацени. Побережье. На теплоходе музыка играла. Что-то графика только у меня лагает сейчас или что-то? У меня не лагает ничего вроде. Трава так типа меняется из плохого цвета в хороший, наоборот. Так, я прополз. Тут кто-то был, да? Прополз просто, мы бежали рядом. Ну так появились-то одновременно, главное, что какая разница. Ну да. А это ангар, так он, по-моему, вообще, тут же зона спауна недалеко. Тут, по-моему, все лутает. Ну тут никого не было. Залутано всегда, всю жизнь сразу все. Что это такое? Я нашел жилет, ворон. Клевый. Моя шапочка. Я нашел молоток. Я нашел мне зеленая шапка больше нравится. Надевай жилет. Перчатки. Нужны кому-нибудь перчатки, Ворнус? Не, у меня есть перчатки. Давай, я возьму, потому что у меня нету нифига никаких. Какие патроны? 45 ЦП есть и 7.62. Ты где вообще? Вот стою, с топором. Где патроны? У меня. Ты уже взял? Не, мне не нужно, я просто думаю. Не, возьмите, почему нет? 7.62 мне точно нет. Возьмите, давайте, может пригодится потом в дальнейшем. Не, я взял, у меня были давно. Ну все, окей, тогда. Ну что дальше, куда путь держим, господа хорошие? Ну, на юг, наверное. На факторочку? Ну пошли на юг, давай. На факторочку. Ну пойдемте в фактор зайдем. В принципе-то ладно, что-то тут рядом, там бывает... Да, да, тут просто недалеко, может просто пушечку мы найдем, а то убесится. Тоже не заходили. Да, давайте, кстати. Ну там вообще мало что бывает. Там и топор нашел на втором этаже, там обычно топоры спавнятся, по-моему. По крайней мере раньше. Хотя лично так часто все меняется, что сейчас. Ой, уже... рюкзак синий. Ничего нельзя утверждать. Так, ага, мачете, пристин. У меня такого не было, я все-таки вместо вилл лучше возьму мачете. Возьми. Так, я пошел наверх, ребят. Угу. Я вход смотрю, короче. С той стороны. Гаечный ключ. А я спалю с другой стороны. Гаечный ключ. Очень вонючий. Так, что я нашел? Нашел спидлодер для 357-го. Да не нужен. Конечно, не нужен. У нас вроде нет ни у кого такого. Там была только, короче, типа кэп, ну да, как у гопника, знаешь, такая шляпка. Угу. И спидлодер, и все.
I feel dump, что значит? Зомби. Ударьте зомби, у меня оружие включит. А, я мокрый, ребят, представляете, мне написано дамп. Осторожно, осторожно, друг другу только не зарубите, пожалуйста. Убегай, я убью его. Такой, как? Не понял, обернулся. Такой, меня ударили. Что это было? Какого черта? Так, ну все, теперь обратно туда. Давай, давай, пошли. Блин, прикольно, у нас мирбалет выглядит реально клево. Если к нему стрелы можно было бы крафтить самостоятельно? Так может, можно будет потом, нет? Потом, наверное, можно будет. Они вообще, так понял, у нас они сделали упор вот именно не в точку, знаешь, этого самого, каких-то армейских таких тем, а именно упор на этот самый, на всякие такие штуки, типа там, выживание. То есть там охота, короче. Так, подождите, я хочу мачете убить зомби. Это, в принципе, неплохо. Вот там-то. Короче, в принципе, по поводу Дейза могу сказать, что я за любую движуху, лишь бы только Дейз не превратили в контру. А я, честно говоря, думаю, что еще лишь бы не превратили в такую песочницу, как Майнкрафт. Майнкрафт, да. Да нет, ну, такого-то вряд ли. Ближе будет Раст все-таки. Такого вряд ли когда будет. Не бейте его, я сам. Вообще, в принципе, я считаю, что игра уже вполне неплохая. Может было бы только, знаешь, карту расширить еще влево, вправо, вверх, вниз. Соответственно, да, и это самое. Ну, добавить там города, новую всякую фигню. И, короче, этот самый какого. Добавить просто палатки и велосипеды, все, больше ничего не нужно. Либо мачете полная фигня. По-моему, отбегай, так и есть. Отбегай, замочу. Подожди. По-моему, кто-то меня кусает. Отбегай, отбегай. Нет, это он тебя бьет. Все, все на удар. Надо мачете выкинуть. Без него пойдешь вообще без всего. Перевяжись, ты кровоточишь. Да, я знаю. А я дамп, я мокрый. Я в это. А что у меня мокрое, интересно? Шляпа? Господи, мачете. Штаны? Я его, по-моему, раз 15, да. Странно. Капец. My body feels wet тоже, да. Теперь надо будет действительно похолодить, восстановить здоровье. Ну, кстати, я забыл, у меня же есть вольера с одним патроном. У меня есть тоже пистолет с одним патроном. Точнее, патронов у меня дофига на него, но нету магазина. Это тоже очень опасное место. Турочка. Так, а чем стреляет, вы не знаете, где 111-й? 9, наверное, миллиметр. Ну, кстати, да, логично. Нет ни у кого таких патронов. Случаем. Может, много, может, Дэнди нашел. Да, у меня есть. Много? 25. А, мне это обойма, мне нужна обойма. Так обойма нет, так у меня то же самое, я мне один патрон в пистолете и все. Ну вот такая же херня, да. Так, лутаем это самое, станцию или она пустая будет? Бывает что-то у входа, наверное. Он, по крайней мере, в армии был. Ну, помню, открывается, так, просто, да, не открывается. Да, там тоже не открывается, просто у входа бывает валяется. Маленький сарайчик, если бы заглянул в него быстренько, он пуст. Ну да. В елочки уйти. Короче, это самое, что сказать хотел. Я заметил такой момент интересный, что когда я включаю Days, вот реально, мы сколько не записывали игр всяких разных, там, я снимал там Crysis 3, не знаю, все что угодно, да? Вот, и короче, все нормально, когда включаешь Days, у меня начинает кулер очень сильно гудеть. Напрягается, ну, все-таки ультра график на. Ну да, я поставил все на ультра же. Довольно серьезно. Ну, при этом реально, ну, прикольно, что вообще очень плавно, ничего не лагает все равно. Не, согласен. Не лагает, из-за серваков бывает. Ну да, бывает сильно серваки лагучие. Сейчас мы бежим, у меня вообще FPS, наверное, не знаю, наверное, 60 ровно стабильно держится. Вообще ничего не лагает. 160, тоже не знаю сколько. Кстати, Галя, как тебе новость о том, что ты знаешь, да, что это самое, что YouTube скоро будет поддерживать 60 FPS видео? Замечательная новость. Ты не знал об этом? Нет. Написал YouTube. Я только обратил внимание на обновление с творческой студии. Человек, он бежит, по-моему, или это зомби? Это зомби. Слишком быстро зомби. Бежит, слишком криво. Да. О, да, меня откинул назад, у меня была желтая цепочка, откинул немножко назад. Да, только сейчас был, что. Сзади еще зомби, сзади. У меня дергайся. Сзади возьму, я, давай. Я убегаю, потому что мой мачете против них бесполезно. Так, одного убил, второго принимаю, давайте, ребята. Первого замочите там. Чё-то мимо меня прошел, подожди. Убил. Тут, кстати, открыто кое-что, так что я уверен, что здесь были. И даже, по-моему, ничего нету. Блин, я голодный, хочу пить. Ну давайте в здание, там уже сделаем свои темные делишки. Сейчас опять будем хавать, и нас убьют. Перчатки бегали. Фига себе, чё. Ой, зомби забежал, зомби забежал, зомби. Забежал. Не бейте только. Ах, блин, меня ударили. Могу выйти, я стрял там, подожди. Скотина, иди сюда, тварь. Выходите из здания. Убегай, я атакую ее сам. Это дело чести теперь. Она меня ударила. Все. Лопата явно лучше, наверное, чем.
Так, я варежки все новые возьму пристиновские вместо своих. Так, я, вордов. Короче, ем пока. Зайди хоть куда-нибудь. Я зашел в здание. Я тебе свежий кабачок дам. Я к тебе. У меня два свежих кабачка. О, Summer Hunter Pants вордовские, а мои? А мои Badly Damaged, меняю. Шикарно, штанишки нашел новые, они еще зелененькие, камуфляжные. В порядке. Какие они, ворн? У меня ворн были, а я взял пристиновские. А вы где? Нет, я взял ворн, да, ворн, все, ворн взял, вижу, да. Вижу. Ты прав, Игорь, или... Я взял ворн, а были у меня Badly Damaged, вот. Угу. Где ты там есть, ты видишь? А, вижу тебя, все. Я ушел с фактурку саму. Вижу. Вот сама фактурка, это вот это вроде. Ну погнали посмотрим. Главное, ноги не сломать нигде. Но тут вроде как и не ломаются. Не должны. Ну, ломаются везде, конечно. Где неудачно станешь. Да, вот и вот. Слушай, пусто. Либо тут не спавнится ничего, либо реально тут уже плутали все. Давайте зомби дальше, вон там, смотрите, ангар есть. Не знаю, с обновлением это или нет, но зомби очень много. Просто, может быть, недавно рестарт чувака был, и поэтому они еще не все умерли. Да, кстати, здесь лутать-то, наверное, никто не мог. Я почему не смог зайти сначала? Написано было рестарт. Смотри, так. Зомби бежит где-то. Вон так. Ой. Заходи сюда, подожди. Не, могу его пристрелить. Не, давайте, сейчас не надо. Давай тихо сделаем, не надо шуметь. Сейчас, подожди. Все, готово. Так, тут только попить есть. Ты выше пошел, да? Да, да. А, точнее, тут поесть есть. Надо мне тоже поесть. Смотри, Дэнди, там еще есть, короче, подъем по лесенке такой вот наверх. Опасно. Мотыга. С помощью мотыги, если вы не знаете, можно сделать рыболовную удочку, крючок и так далее. Но не с помощью мотыги, с помощью мотыги удочку только. Отвертка. Апельсин свежий нужен кому? Апельсиновский. Да хорошо. Ты ж кушать хотел. А я поел, кабачок съел. А я перегрел. Это мало, нет, кабачок мало ты еще. Я, блин, полностью. Нет, я пропал, значок. Но он пропал на очень маленькое время. Все сейчас. Я просто только что полностью сожрал этот самый, как его. Как же эта херня называется? Пачку этих самых хлопьев. Целиковую, стопроцентную. Ладно, я тоже ем. В общем, отвертка давайте. Нужна кому? Отвертка есть? Нет, не надо. Хавайте, я бегаю тут пока по факторке, короче. Да, ну, на улице. Я выше поднялся, Дэнди, на лестнице. А сколько там всего этажей вообще, ребят? 3 вроде, 4. Все золотал? Там почти ничего нет. Нам бы 5,56 патрончики не помешали. Я понимаю, что их сложно найти. Да, в принципе, на самом деле много чего не помешало бы, я могу сказать тебе так. Ладно, видимо, не наелся. Сейчас еще. Тушеную фасоль. Все равно Badly Damaged. На улице ливень сильно пошел снова. Сейчас весь намокну опять. Квас Распутин. И спрайтика. Если что, меня не теряете, я далеко от вас ушел. Хотя не очень далеко, в принципе, нормально. А в кустарнику? А тут рельсы около факторки есть и платформа, я на этой платформе бегаю. И просто был все, маленький такой ангарщик лутать, я полутал его. Все, я вижу тебя на теле. Я пошел в голубое здание теперь. Угу, вижу. Так, я на крыше. О, это какая-то типа школа, нифига. Ой, это реально школа, ребята. Вполне возможно. Слушай, так это ж круто вообще. Деревенская школа, да-да-да. Так, хавка. Кто пробежал мимо меня в окно? Я. Так, ребят, зомби забежал в синий дом. Там по-любому. Да, ко мне забежал. Слышь. Еще так. Один зомби бежит. Точно кто-то есть. Нахер, я выйду на улицу. В синем доме я был, я вышел на улицу, вот зомби вижу. А, вот что здесь вижу человека, вижу. Это человека. Я с топором бегаю. Около синего дома, я же говорю тебе. Так ты серьезно? Я два раза сказал, что я пошел в синий дом, потом скажу, вышел с синего дома. Ты из фактурки, потом я сказал, это я. Я понял. Все окей. Все, я убил. Пошел обратно. Я просто не думал, что так далеко уйдешь. Ты же только что был в фактурке в этой. Ну все уже. Уже не видишь. Как-то очень ты резко бегаешь. Нормально. Нашел таблетки очистки воды. Пока возьму. Пока место есть. Я видел их. Подумал, что они не нужны нам. Потому что очистку воды наверняка не видишь. Так, Brown Hoodle. Не надо мне такую. Не пугай так. Короче, реально школа, но одноэтажная. Более утоляющий нашел. Бери. Я нашел... Три раза нажал. О, я нашел тетрациклин, ребят, слышите?
Что это? 7 штук тетрациклина. А это, сейчас скажу, антибиотик широкого спектра действия. Наверное, простуду лечит. Наверное, да. Пришел физраствор, давайте сделаешь. Бери, это очень нужная вещь. Прям самая, одна из самых редких вещей. Так, я около синего дома, вы куда пошли потом? Мы в нем. Отлично, я захожу. Нашел пожрать. Не бойтесь. Нашел лучше пожрать. Почему школа, если больница? А, больница, да? Ну все, я залутался полностью. Тут операционный больше... стол, например, об этом говорит. Ну, это как каталка, точнее. Короче, больше тут ничего вроде интересного нету, по-моему. А еще чуть-чуть я... Смотрите, запомните меня, что я шапочку одел. Такую теперь. Угу. Горели, понял? Теперь больше не в панамке, запомни. А ты выйдешь, я тебя запомню. Вышел, к машине подошел. Машину залутаю еще по-быстрому. Давай. Ты опять с погодой не повезло нам, да? Да. В этой серии. Синяя шапка у тебя? Ой, зеленая шапка, да, зеленая, такая? Да. Как ее называют? Я не буду говорить. Да, я понял тебя. Давайте, короче, это самое. Просто, если кто-то переодевается неожиданно резко, там, допустим, портфель особенно, да, потому что он больше всего палится, то говорите. Да, я бы хотел переодеться портфелем. Я бы тоже не предпочел бы свой, который у меня был до этого, до убийства моего. Ну все, давайте тогда к югу двигать, наверное, да? Давайте, да, по побережью можно в лесок, как считаете нужно. Ну, побережье проще, быстрее, но заметнее. Да плевать, мне на самом деле терять нечего, поэтому я особо не волнуюсь по этому поводу. Не, ну как, терять, конечно, всегда еще, но тем не менее, как пофигу. Не топ лут, далеко не топ лут. Ладно, побежали. Зомби вижу справа. Ну, нормально, но еще довольно далеко. Кстати, прикольно, смотрите, реально деревья спасают от дождя. Вы видите, надпись постоянно появляется, если по деревьям бежать. I'm getting wet, not getting wet и так далее. Можно под деревом просто присесть, пока дождь идет. Ну только толку никакого, ты же ничего не будешь. Так, зомби давайте примем. Даже двое. Слева еще один зомби. Да, слева берите вы, и справа я возьму. А я прикрою вас. Я своего принял. Ой, он ударил меня. Убегаю прямого утра. Все, убил. Тихо, блин, ты что, меня чуть не убил топором? А, так опасно, я просто выхожу, передо мной такой топор такой. Я рядом махнул. По инерции, можно сказать. Ой, я сокет, ребята, это, по-моему, все уже. Я, то есть, теку просто. Соки с меня текут. Мне тоже, мне давно сок. Это херново, мы же заболеем сейчас. Тетрациклином потом будем все хавать, лечиться. Ну, ты его оставил, значит, все нормально. У меня его 7 штук, я так понял. Пока это написано, тетрациклин 7. Может, название нет, такое? 7 беленькое внизу написано на иконке. А, ну, нормально. Мало ли. Ну, да. Тетрациклин 7, тетрациклин 9. Та-та-та. Вот бегут три неудачника по полю. Вот это место мне не нравится как раз. Самый смак солнечного. Пойду золотая заправочку. Это понятно, что, конечно, там ничего не будет, но мало ли, вдруг. Да не бывает. Не бывает, но если просто ее не блутали, я думаю, что она блутана просто уже все. Кусок карты нашел, кстати. Нормально. Ну, пока что. Теперь нам он не поможет, потому что нет другого куска. Банку колы нашел еще. Тоже неплохо. То есть все-таки была не залутана заправка. А вы где, дальше бежите? А, вижу. Я дальше бегу. Ну, раз можно делать костер, я думаю, у костра можно погреться и посушить шмотки. Да, нам нужны доски, что там, ну, спички. Бинты всякие, там, не знаю, камни. Сколько там всяких батл и админ чит клиент написал только что. Да, много батвы. Читеры играют, короче. Зомби он по левую по набережной стоит. На побережье, да. Так, эти ангары мы лутали, правильно? Да, большую часть. А где ты играешь? Я тебя не вижу. Я сзади, не волнуйтесь, я вас вижу. А, как ты был сзади, ты же спереди бежал. А я аккуратненько шел. Сзади зомби бежит за нами. Пропалило зомби это или человек, который на побережье стоит? Дождь он стоит, да, по-моему. Кажется. Просто мы этот дождь обогнали, по-моему. Ну это ж хорошо. Не, зомби бежит за нами. Все, больше не намокаю, мне написалось. Значит, дождь кончился. Все, да. Не капает. Все, тоже. Теперь еще высохнем же. Почему заболеть-то сразу? Там шанс надо двигаться. Там просто это самый даже говорил же разработчик. Надо бежать. Рокет. Да. Что надо двигаться. Нормально. Давайте двигаться. Это самое то, что нам сейчас нужно. Зомби впереди. Да, далеко. Как ты так замечаешь его? А, все. Я тоже издалека заметил. Меня просто солнце слепит. Я не видел. А дороги вы довольно заметные. Может быть, вы куда-нибудь... Справа зомби, справа зомби. Я понимаю, понимаю.
спереди Дэнди тогда бери. Да-да-да. У меня, конечно, есть лопата, но чувствую я, она хуже, чем топор. Да нет, конечно хуже. Фига ты сравнил лопату и топор. Ну о чем? Я думал, мачете тоже круто. Мачете же круто. Ну вот нифига не получилось. Давайте я гляну за домик быстренько еще, играю. Догоню вас. Окей? Да, мы медленно побежим. А, он закрытый. Подожди, не огривай. О! Куда он побежал? Ладно. Не агрил, может он за Грэй погнался. Я вообще стоял. Да, он стоит. А, убьешь его или как? Да. По очереди так убивайте, это самая плохая идея, вдвоем бить одного за. Да, нормально, все, сейчас убьем. Все, готов. Анубиса не хватает, который сразу убил бы своего кого-нибудь. I'm completely soaking, то есть я полностью промок. Полноценно. Беги, резко двигайся, постоянно беги на ускорение. На двух ногах, хотел сказать. Может, да? Поможет. Постоянно беги на двух ногах. Тебе поможет. Да, это нормальная идея. На одной ноге не бегай. Зомби справа бежит за Дэнди. Дэнди, за тобой. Бабца. Придется принять. Давай, убегай. Спасибо. Я вроде за тобой бежал. Остановилась. Нет, я просто ее остановил топором. Она бежала за ним, потому что она его запалила. Я просто пользуюсь этим. Alt зажимаешь и крутишь по сторонам мышкой. Ну, я тоже. Я думаю, все нормально. Кто хочет видеть что-нибудь, кроме спереди. Или не бегать, как не знаю кто. Можно, конечно, бегать по сторонам, смотреть. Так, ну что, мы по дороге на самом бежим. Давайте немножко вот влевее возьмем к Дэнди. Ой, к Грэлли, да, в смысле. На самом деле, Дэнди проделал большой путь. Да, красавчик. Ну, мы потеряли Анубиса. Ты там не впервые, кстати, заметь. Большой путь. Да, ну, я не знаю. Это злой рок. Больше всех, конечно, мне везло 30 серий продержаться, блин, ни разу не подохнув. Не, ну, с этим при том, что, помнишь, меня два раза стреляли за эти 30 серий? Тогда, когда меня убили в аэропорту, ты просто чудом слинял. Когда еще мы пересекались... Перестрелка была тоже в аэропорту, там на вышке мы, когда я лежал, меня попадали, я вставал, меня снова попадали. Вот там тоже было чудо. В итоге я сдох, а ты все-таки выжил. Это я тоже было. Помнишь, на корабле сдох каким-то образом. Ну там ты сдох просто потому, что этот самый рестарт. Причем мне понравилось, подписчики пишут в комментариях, типа, ребят, не заканчивайте никогда в здании, типа, в здании, конечно, потом вы заходите, можете умереть. Ребят, мы тогда не заканчивали. Тогда был рестарт сервера. Мы сбежали на корабль и был рестарт. Мы бы с удовольствием. Мы с удовольствием вышли бы, да, на улицу. Зомби. Зомби. Давай, здесь. Понимаю. Просто так получилось. Я думаю, со всеми бывает, это ранний доступ и там все такое. Я знал, на что мы подписываемся, в принципе. Да понятно, да. А помните, однажды был вайп? Откат на 3 серии это хуже, чем умереть, мне кажется, даже. Ну, не знаю, кстати. Ну, с одной стороны, да, в принципе, а с другой стороны, по крайней мере, знаешь, ты с вещами все равно бегаешь, хоть и не со всеми. Давайте залутаем домик большой, двухэтажный, по-быстрому. Так я здесь уже зашел. Не знаю. Зеленые буду через дорогу. Тот ты имеешь в виду или не тот? Я не знаю, я зашел тут. Я сейчас выхожу из дома. Он взял. Значит, не тот. Значит, не тот. Там Ангар стоит дальше, он там правее. Слушайте, ну нашел пока что дофига еды. Поднимаюсь наверх, на второй этаж. Так. И он пуст. Это вот ты большое здание лутаете, да? Да, я один лутаю его. Дэнди, а ты где? Я через дорогу, через железную, там всё, дом стоит, сам где зеленый, по-моему. Ну, пойдем отсюда. Там ангар стоит, вот где зеленый дом, там дальше ангар стоит. Пойдем, бежим. Вижу, да, бежим к ангару. Ты в доме зеленом, да, получается? Да. Ну, давай ты выбежишь, пойдешь к ангару. Снова дождь пошел, кстати, ребят. Мне из-за этого лагает за дождя. У меня тоже лагануло, это не за дождя, это опять сервак похолодело. Раз у нас двоих лагает. Хотя фиг его знает, может из-за дождя. У меня прям вообще пошаговая стратегия. Не, мне нормально более-менее. Чуть просело немножко, но не сильно. Там еще деревня, похоже, идет дальше. Но я не думаю, что мы в деревню пойдем. Вообще надо как-нибудь здесь закончить. Давайте, в принципе, хорошее место, чтобы закончить, я думаю. Ну, утонули солнечные, посмотрели, испугались, пару зомби убили. Пару? Ну, не знаю, по-моему, было до хера зомби. Да, действительно, много было зомби. Я убил, наверное, штук 7, мне так показалось. Я бил 15 раз одного. Ну что ж, ладно, давайте тогда, собственно, тут попрощаемся со зрителями. До следующего раза. Спасибо вам большое за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте ставить пальчики вверх, комментировать наши видосы и, конечно же, подписываться на наши каналы. Ага. Ну, всем все. Да. Всем пока.
Пока. Пока-пока.